Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Сегодня я снимаю свой летсплей. Это уже 40-я часть, это юбилей. Я вас всех поздравляю. Сегодня мы сделаем просто самую офигенную штуку в Industrial Craft. Ну, почти самую. Точнее, с этой штуки потом можно будет сделать самую офигенную штуку. А потом из этой самой офигенной штуки можно сделать самую-самую офигенную штуку. И так далее. Кстати, вне серии... Я, в принципе, вне серии ничем не занимаюсь. Я просто сделал маленечко вот таких вот штук, чтобы ресурслер работал хорошо. Потому что когда я засунул туда, и остался в ФК на сервере, все вещи начали просто выпадать из этой самой ресурслера. Потому что он чисто не успевал все перерабатывать. И также я взял, короче, и тут почти все блоки в земли, я взял просто, ну, почти все блоки земли, я взял и переработал. И получил в итоге вот столько вот много крысиных какашек. Что вы спросите вы меня, что мне делать с этими крысиными какашками? Я, во-первых, могу сделать вот такую вот коробочку, которая нам очень сильно понадобится. Из нее мы можем сделать, например, рандомный предмет, из нее можем получить... Например, сейчас мы получили Team Dust. Так. И эту штуку еще можно использовать как питательную штуку для одного предмета. Сейчас я вам покажу. Продемонстрирую этот предмет. Так, вот у меня тут Advanced, вот эта фигня есть. Вот. Mass Fabric. Это генератор материи. Который очень нам понадобится. Так, это такое делается из двух этих. Так, понятно. Дальше вот эта фигня делается из чего? Оу, щит. Эта фигня из чего делается? О, блин. Чё-то мы сегодня очень долго все делать будем. Я думаю, сегодня всю серию будем делать. Ну, крафтите вот эту штуку. Mixed metal. Так, нужна бронза. Сейчас посмотрим, у нас что по бронзе есть. По бронзе у нас ничего. Значит, нам нужна тиновая пыль, куперовая пыль. И, в принципе, все. Дальше нам надо тин просто так, бронзу и такой вот, значит, два стака возьмем тина. Сейчас возьмем вот эти вот ускорители, пока в ресурслере он нам не нужен, и выставим их в мастератор. И вот здесь вот сломаем трубу и в этот положим, даже не так, чтобы времени тратить, вот сюда сразу положим просто. Сейчас тут все быстренько переработается. Сейчас подождем. Так, что мы пока можем сделать? Во-первых, нам нужен сейчас уголь. Уголь. Обычный. Вот у нас его в маленьком количестве есть. Он. Его тоже вот сюда вот надо. И, опа, я сюда не то засунул. И вот это вот. В принципе, этого нам уже хватит. Все. Дальше нам нужен этот. Купер. Так, посмотрим. В принципе, у нас тут есть немного вот... О, нет, нам, значит, угольную фигню не надо делать. Это даже меня немного обрадовало, потому что угольную фигню делать очень долго. Надо будет сделать магических верстаков сюда куда-нибудь, поставить их. Видите, тут сделалось, и у нас еще бесконечно будет работать это все. Это можно еще на весь летсплей растянуть, вот эту всю энергию, если только для механизмов. А если броню заряжать, то не на весь. Так. О, у меня тут коп-кол стоит. О, вообще. Круто прям. Сейчас сделаем бронзу. Бронза. Так, она вот так вот крафтится.
Сейчас сделаем еще немного бронзы. Брынзы. Бронза-брынза. Мне так нравится бронза-брынза. Не знаю почему даже. И засранка нет. Все норм. Вот так вот. Все, делаем еще этого. Вот этого самого. Этой самой бронзы. Вот, тут у нас уже есть бронза. Можем уже начать делать сами эти слитки. Так, вот так вот и вот так вот. Вот, вообще, зашибись. 8 штучек. Вот сюда ее суем. Ну, точно, у нас же тут ускорители есть. Ускорители можно теперь вот так вот перебрасывать с одной на другую. Так, вот так вот. Все, норм. Ну так, сейчас вообще быстро так перерабатывается все с этими ускорителями. Нам бы сейчас пришлось очень долго ждать, по идее. Пока все там сделать. Нам получается 2 нужно этих блока самых машинных. Потом из этих машинных блоков делаем вот следующую вот такую вот штучку. Так, где этот сплав-то? А. Вот так вот. Все. 2 штучки готовы. Их выставляем вот так вот. Давайте посмотрим, что там еще надо для той штучки. Вот, мы с фабрик. 2 улучшенных штуки. Вот одна у нас есть. Вторую сейчас быстренько сделаем. Так, потом еще нужна вот эта вот штука. Это и вот это все. Сейчас сделаем одну улучшенную штуку. Так, я сейчас только надо вспомнить, как она делается. Вроде бы вот так вот. Но это вроде бы не точно. А нет, точно. Все. Все замечательно. Так, так. Так, так, так. Так, все. У нас, в принципе, осталось самое легкое. Сделать, по идее, нам остается только вот этот алмазик. Точнее, не этот алмазик, а вот такой вот сначала алмазик. Такой вот красивенький, красненький. А потом из этого красивенького, красненького надо сделать вот такой красивенький, фиолетовенький. Ой. А, вспомнил. Так. Сейчас посмотрим. У нас, кажется, они... Да, вот один есть, второй сейчас скрафтим. Так вот. Все, делаем. Ой, пришли мы к этому, к такому торжественному моменту, когда делаем, пока, в принципе, еще не делаем, но расслабляться не стоит, потому что все, уже сделали. Все, видите, какой красивенький алмазик? Прям вообще клево выглядит. И вставляем его вот сюда. У-у-у-ту-дум. Ура, ура, ура. Еще раз ура. Куда бы его сейчас вставить тут? Даже и не знаю. Давайте вот как-нибудь вот так вот. Вот так вот нужен проводной какой-нибудь провод. Желательно. Даже не желательно, а прям вообще обязательно нужен, чтобы он был стеклянным таким вот. Вот. 4 штучки сделаем. И в принципе вот, все готово. Все сделано, все четко. Опа, нет, нет, нет. Если бы у меня сейчас что-нибудь здесь работало, у меня бы сейчас все взорвалось. По идее.
Так, ну ладно, я просто вот так вот поставлю. Все вроде работает. О, да, так. О, уже 1%. Уже 2%. Ого. Это, кстати, очень быстро. Ну-ка, сейчас быстренько очистим здесь инвентарь. Вот сюда вот сложим вот всякие вот такие вот шняшки. Вот так вот. Вау, я даже не ожидал то, что у меня будет так быстро работать генератор материи. Может, в этой серии уже получится один генератор. Вот, точнее, одну материю получим. Так. Вот. Отлагало. Если мы в этой серии уже получим одну материю, то это будет просто офигенным прогрессом для нашего случая. Вот так вот все. И это остается, получается. Коробочку ставим вот сюда вот. Видите, как быстро? Но в то же время тратится быстро энергия в наших дорогих и прекрасных штуках, в МФЕшках. Вот, вообще очень быстро все делается. У меня на серверах так никогда не получалось сделать. О, вообще так быстро. О, вообще четко. Мне только надо кое-что посмотреть, смогу ли я остановить процесс изготовления, как его там называется-то? Вот, одна материя. Нет. Не тут-то было. Ну-ка, если вот так, на верстак, например, поставить. Оп. О, вот все. Все хорошо, значит, когда нам нужна будет... А хотя пока вот так вот сделаем. Пусть пока производится. Но когда нам... Ну... Когда нам не нужна будет материя, или когда там уже начнется кончаться энергия, то я просто буду останавливать процесс. Ох, как круто вот все-таки то, что мы сделали такую вот замечательную штуку, как генератор материи. Скоро у нас пойдет все отлично просто. Скоро пойдем дракона убивать. Ну только надо пойти в ад первым делом там найти опасных парней, которые поджигают. Опа. Забыл. Так, день. Вот. И зачем я сюда весь булыжник засунул? Я не знаю. Потому что надо в нижний сундучок. Так, ну что там? Вот еще одна материя. Офигенно, вот я вам скажу, это честно прям. Так быстро производится материя, я думаю, вряд ли у кого-то так, ну, так было. Давайте посмотрим, сколько материи надо. А, я все крафты помню. Ну, в принципе, могу вам показать. Так, сейчас я вам покажу. Я думаю, до квантовой брони нам еще будет далеко. Причем очень и очень далеко. Вот, смотрите, вот нам надо вот такие пластинки, чтобы делать разные вот такие предметы. Но первым делом мы будем делать вот такие вот замечательные штаны. Потом мы будем делать ботинки. Потом мы будем делать нагрудник. Самое главное, это, в принципе... штаны и ботинки. Все. Но вот одна штука вот такая вот делается из 9 материй. Получается, нам надо будет очень долго ждать, чтобы сделать, ну как, хотя ладно пока запустим. Сейчас я хотел бы, знаете, что сделать. Сейчас вот этот снимем, когда тут закончится энергия.
и посмотрим, как делается эхо. Сейчас эхо нам необходим просто. Эхо, вот эхо наше. Ну, пока еще не наше. У эхо вообще дорого делается. Я думаю, эхо мы будем делать вообще в следующей серии. Мне интересно, сколько мы сейчас уже записываем. Стоит ли сейчас заканчивать или не стоит. Но я думаю, пока что еще не стоит. Давайте пока все ненужные предметы просто перенесем и переработаем их. Вот таким вот образом просто будем вот так ходить. Опа. Вот видите? Опять вот просто не успел. А, энергии не поступает из-за этого гребаного генератора. Все четко, все быстро. Все. По идее, сейчас должно все хорошо работать и прекрасно просто. У меня комар летает. Вы прикиньте, сейчас зима, а комар летает. Где-то мошка. Хотя пофиг. Блин, это комар. Жесть. Вы прикиньте, у меня комар дома. Сейчас, блин, зима началась и комар. Я не знаю, это аномалия. Так. Все четко. Так, ну я думаю, редко мы будем пользоваться этим генератором материи, потому что сейчас особой необходимости у нас нет использовать его. Пока что снимем вот этот, вот эту МФЕ, потому что из нее мы будем делать, ну короче, вы поняли, ту улучшенную херню, если вы не поняли. Просто я иногда забываю, как, ну, как вещи называются. У меня такое бывает. Кстати, знаете, что я хочу сделать? Сейчас мы посмотрим, сможем ли мы это осуществить в реальности или все же нет. Так, посмотрим. Ну тут вряд ли что есть. Один только, черт. Я хотел бы такую посадку сделать, чтобы потом собирать из них, ну, вот эти вот, резину. Посадим куда-нибудь вот сюда, вот, к примеру. Блин, у меня комары летают в натуре. Я вам отвечаю, комары. Меня укусил только что один. Хотя, может, это мошки. Но я все же буду надеяться, что это не мошки. Хотя, может, это блохи? Ой, я упал. Так, вот все. Так, посмотрим, может тут что-нибудь есть? Есть, нет, нет. Есть что? Вот тут есть. Так, тут есть? Нет, нету. Что-то нечетко как-то. Давайте попробуем просто все потратить в это, в одно дерево. Будем вот так вот стоять по блоку, тыкать вот так вот. Просто вот так вот. С ног до головы. Просто иногда бывает то, что резина просто, ну, скрывается, так сказать. Вот тут дерево полностью пустое. Можем вот это еще проверить. Тоже пустое. О, вон. Обрубок. Стоит вот такой спокойно. О, вот еще. Ну все. А вот еще. Ну-ка, может, тут еще пробежимся, может, еще что-нибудь появится. Ну не, кажется, не появляется ничего. Я думаю, я вне серии побегаю просто по миру и пособираю эту резину. Потому что резины у нас чисто нет. Вот. Нехватка резины какая-то. Так, давайте попробуем сейчас все это
О, у нас, оказывается, была резина. Ну ладно. А, ну-ка, если ему вот так вот сделаем. Оно, в принципе, нормально. Режим так-то не сбился, так таковой. А здесь вот он только увеличится. И мне в пользу. Так, сейчас мы сделаем быстренько проводочки, провода. Вот такие вот дела. Вот так вот, 20 штук. Теперь мне надо. Это не надо. Так, а что мне надо-то? Мне нужно вот это и вот это. Ой, ю-ю-ю, ай, черт, не то взял. А-а-а, где провод? Все, все нормально. Без паники. Вот так вот сейчас сделаем. Здесь 6, здесь 3. Не... А, ну там 3-3, все, норм. Вот так вот. Вот все. Можем, правда, еще сделать, но у нас сейчас резины нету. О, нет, есть. Аж целых 30 штук. Вы посмотрите, вообще. Надо будет ускорителей побольше наделать, потому что они вот вообще в натуре помогают. Хорошие парни. Вообще. Вопросов к ним вообще никаких нету. Так. Сегодня, кстати, стрим был. Очень вообще хорошо прошел. Все молодцы, даже что поддержали меня. Знаете, в чем проблема? 6 алмазов. 6 алмазов сейчас потеряем. Но на ту штуку, которая действительно стоит 6 алмазов. Просто в ней 1 миллион энергии хранится. А когда мы все эти МФЕ улучшим, да, и этого состояния эхо, то это просто будет адско. Все будет настолько быстро работать. Точнее, даже ну, не быстро работать. Но вот только я боюсь, то, что если я подключу одно эхо, то все нахрен взорвется. Вот. Простите за выражение. Но я правда говорю, там все взорвется, я думаю так. Ну, это просто мое предположение. Потому что у эхо очень большая дача. Даже, возможно, все мои МФЕ взорвутся. Так. Вот. Вот, да-да-да. Ой, блин, нам не хватает. Ну ладно. Сейчас сделаем еще такие штуки. Вот так вот. Берем опять резину. Опять из резины делаем вот такую вот штуку. Вот. А из такой штуки мы делаем вот такую вот штуку. Вот так вот, все. Я думаю, на этот раз уже точно хватит. О, да, вообще ровно, четко. Все нормально. Вот так вот. И вот так вот. Вот, все ровно, все четко. Пойдемте поставим все это сразу. Вот так вот. Ой, а где наши. А, оно в инвентаре все нормально. Я просто испугался, где наши МФЕ. Я, по идее, его сюда ставил вроде бы. Может и нет. Может, туда они не помню. О, у меня муравей по столу ползает. А, это не муравей, это мошка, оказывается. Ну, значит, все нормально. Я так с пофигизмом это говорю как-то. Как-то странно даже. По идее, да, всего хватает у нас. Одну улучшенную машину делаем сейчас. И получается одну улучшенную штукенцию надо. О, у нас тоже ресурсов для нее хватает. А не тут-то было, не хватает. А вот и нет, все против нас. Все против нас, точнее. Я хотел сказать, просто оговариваюсь вот. Это плохо. Блин.
И вправду у нас нет таких штук, которые нам нужны сейчас. Сейчас все будет. Да, у нас вообще четко все хватает. Компрессор, мусератор, экстрактор, все. Перерабатываем из этой фигни более лучшую фигню. Вообще четко. Кока-колу попил. Что-то я многое начал использовать слово четко. Не знаю почему. О. Все, тут уже всего хватает нам. По идее же там только один нужен. Ну да, по идее всего нам хватает. Вот так вот, это вот сюда. Вот так. Так. И вот так вот. Все, все, ура, ура, ура. Делаем, наконец-то МФСУ. Но по-другому называется эхо. Видали? Вы это видели? Надеюсь, вы это видели. У меня взорвался. Я вам говорил то, что взорвется. Я все исполнил. Как бы это было очевидно. Да. Блин, очень плохо то, что все взорвалось, конечно. Но я знаю, как это исправить, но это мы сделаем в следующей серии. С вами был Мистер Суслик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и зовите друзей. А я умру. Всем удачи, всем пока.